Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и сегодня я хочу с вами поделиться своим заказом с китайского сайта Shein. Как вы знаете, я очень часто там заказываю, люблю там заказывать, и всегда остаюсь, ну почти всегда остаюсь довольна тем, что мне приходит. И сегодня у меня просто вот какой-то, я не знаю, мне кажется, такой удачный-удачный заказ, хотя в основном у меня всегда удачный-удачный заказ. Ну как по мне, потому что вещи приходят качественные, у меня никогда не было таких вот нареканий, чтобы что-то пришло не так. Единственное, что мне может не понравиться, это там размер, допустим, я могу не угадать, да? И то это бывает редко. И вот в прошлом видео я заказывала юбку, она мне безумно нравится, но мне кажется, она не на мою фигуру просто. А так, в основном, вот это, кстати, блузочка белая тоже с Shein, я показывала в каких-то там предыдущих, в общем, видео. Проходите, смотрите, у меня много всяких разных видосиков про Shein. Также я хочу сказать, в этот раз мне отправляли посылку с деком, пришла, до этого мне отправляли почту России, в этот раз с деком, ну, тоже примерно около 2 недель она до меня добиралась, и привез мне ее курьер домой, то есть тоже, что очень удобно, не надо идти никуда забирать, ну, хотя мне иногда бывает удобнее забрать на почте, потому что не всегда я там дома, допустим, и так далее. Такие вот дела. Ну что, давайте начнем смотреть. Также я хотела сказать, что я не помню, какая там минимальная сумма заказа, чтобы бесплатная доставка была. В общем, там вся информация есть на сайте. Все размеры тоже можно посмотреть. Все расписано, все прописано. Всегда ориентируйтесь на свои параметры. Я постараюсь подписать свои параметры, если не забуду. Если забуду, напомните мне, и я обязательно в инфобокс добавлю. Ну, постараюсь не забыть. Что еще? Я вот всегда говорю, еще я всегда читаю отзывы. Вот, допустим, смотрю какую-то вещь и читаю отзыв, ну, вот от реальных покупателей. Там, конечно, в основном иностранные, но есть и русскоязычные отзывы. Я смотрю, читаю, либо вещи побольше взять размером, либо поменьше там. Я некоторые вещи беру S-ки, некоторые вещи беру L-ки, но в основном это M. У меня размер сейчас примерно 46-48, наверное, уже ближе к 48, куплю жирок. Надо начинать худеть, а я коплю его. В общем, все никак. Я постоянно во всех видео говорю, что надо худеть, а только вширь иду. Ладно, к Новому году начну, наверное. Угу. Так, ну что, что еще? Обязательно внизу под видео оставлю для вас промокод на скидку 10%. Обязательно проходите, смотрите, заказывайте. Может быть, вам что-то понравится. Там огромный-огромный выбор. Я, кстати, даже заказывала там обувь. Я в прошлом видео вам показывала. Или в позапрошлом. Ну, в общем, в каком-то из видосиков показывала обувь. И я угадала с размером просто на ура. Так что можете посмотреть этот видос. В общем, давайте начинать. Я довольна. Я как слон. И первое, что хочу вам показать. Тинь-тинь-тинь. Это вот такая блузочка. Ну, я думаю, вы помните, да? В прошлом заказе я заказала такую черную. В этот раз я заказала такую белую. Мне безумно понравилось. Здесь, конечно, такие рукава воланы с капрона, но смотрится это необычно. Мне нравится. Кто-то мне написал, что это ужас, ужасно всего этого сочетания. А мне нравятся вещи. Я люблю вещи необычные, поэтому я заказала себе еще и белую. Потому что я люблю очень белый цвет. Мне нравится. Ну, я так считаю, что мне белый цвет более к лицу. Вот. А когда я в прошлый раз заказывала, белых не было. В этот раз я заказала М-ку, хотя вообще всегда в футболке я беру L-ки. Не знаю, чем я руководствовалась, тем более, но сейчас меня, но это будет стимул для того, чтобы похудеть. Вообще в футболке стараюсь брать L-ку, потому что они какие-то маломерные. Вот сколько у меня есть шеиновских футболочек, они все маломерки. Но я примерю, посмотрю, в общем, ну, классный принт, вот эта девочка такая классная. И вот этот бантик, он не нарисован, как сама девочка, он пришит, в общем, вот такая футболка, смотрите. Ткань хорошая, она не сильно тянется, здесь горловина такая широкая, что мне нравится, все здесь аккуратно прострочено, прошито, у меня вообще никаких нареканий нет, вообще я балдею от этой футболки. По-моему, там еще появилась футболка такая, ух, чтобы не соврать, в персиковом, по-моему, цвете, если я не ошибаюсь. Ладно, давайте далее. Вот прям я такая довольна, что я заказала. Это был вот такой свитер. Сейчас же у нас зима уже грядет. Бабье лето у нас закончилось, все. Вчера был последний день тепло, сегодня уже похолодало, дождик. В общем, мне этот свитер напомнил, знаете, из моих таких
мохнатых времен моей молодости кофты травки. Может быть, кто-то помнит, были кофты такие травки. Это вот что-то типа того. Мне нравится здесь горло, что будет закрыто. Я обожаю такие вещи носить зимой, потому что я не очень люблю шарфики различные. Вообще не люблю шарфы носить. Шарфы. Ну, не мое это. А горло-то надо, чтобы было закрыто. И я стараюсь всегда вот такие свитерочки себе на зиму брать. В общем, вот так выглядит эта кофточка внизу на манжетике. Посмотрите, какая прелесть. Я надеюсь, вам видно. И рукавчики тоже на манжетике. Единственное, я ее примеряла, и мне какие-то волосины попали в глаз. Ну, вот так вот я сейчас вроде трогаю, она не лезет. Я постирала ее на ручной стирке, все нормально. Она не растянулась, не села. Класс. Ну, кто помнит кофты, все эти травки? Мне кажется, мне очень идет этот цвет, ну, так же, как и белый. Вот я так считаю. Ну, я вам примерочку, конечно, вставлю обязательно. Класс. Вообще, довольна. Ткань, это, а, кстати, размер, да, про размер я вам не сказала. Это у меня идет размер М-ка. Поэтому вот. Ну, в принципе, такие вещи, да, как бы. Он тянется довольно-таки хорошо. Обалденный вообще. Ну, хоть с чем. Можно такой свитер и с юбочкой надевать, да, и с брюками. Класс. Вот сейчас зимой. Он такой вот уютный, такой мягкий, такой приятный. Единственный минус, всегда тональный крем остается на воротничках. Кто любит такие кофточки, пишите мне, пожалуйста. Так, давайте далее, что я заказала, это тоже балдеж, но это для меня, я, конечно, свое мнение высказываю. Понятно, что все мы разные, вкусы у всех разные, поэтому на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет. Это была вот такая кофточка, свитерочек, посмотрите, какая прелесть, какой приятный, нежный розовый цвет, опять розовый. Ну, люблю я розовый, что я сделаю? Вот такие рукава. Я все стирала на ручной стирке, все эти вещи, все остается нормально. Это размер М, можно было взять и S-очку, эта модель предполагает, она, видите, такая широкая. Я думала, будет единственное, что она будет как бы коротковата, но нет, смотрится классно, может быть, за счет того, что я не очень высокая, рост тоже свой подпишу, рукава такие широкие, но смотрится она классно, и тоже она такая уютная, такая классная, размер М, я уже сказала, и ткань такая приятная, вот как, не знаю, даже вот наподобие моего нового пледа, кстати, как вам этот плед на фоне, пишите. Так. Рукава, они, знаете, типа колокольчики, наверное, да, как-то так. Но я померю, вы посмотрите. А внизу она просто прямая. Очень приятная, очень приятная. И все это, ну, такое, знаете, вот эти вот кофточки, они вот прям уютные, вот уютные вещи. Также можно и с брюками, и с джинсами, и с юбкой, и не с юбкой. Не, ну правда, и с юбкой, и с брюками, и с джинсами будет вообще обалденно. И с кроссовками, и с туфельками, и с ботильончиками, с любой обувью, с любой одеждой. Мне кажется, можно скомпоновать. Вот что мне нравится, это такие универсальные вот этот вот, эти два свитерочка, две кофточки. Это просто универсальная вещь. Ну, еще одна вещь, которую я заказала. А я не знаю, чем я руководствовалась, когда я ее заказывала. Наверное, тем, что скоро зима. Нет, наверное, тем, что на Шин бывает такое, что вещи какие-то быстро там раскупаются, и все, и их нет в наличии, потом они уже, например, не появились, а ты так хотел. В общем, я, наверное, из таких побуждений заказывала. Ну нет, на самом деле мне просто понравилась эта курточка. Это джинсовка, джинсовая куртка, джинсовая ветровка. У меня есть джинсы такого же цвета, такая же рвань. Я не знаю. Единственный минус, она укороченная идет. Ну, какой-то там длинная кофточка. Ну, в общем, классная джинсовка. Я не знаю, я буду мерить. Смотрите, как она сзади сделана. Все рванина. Здесь есть карманчик. Мне вот именно вот такая расцветка у джинсы нравится. Я взяла в размере S. Почему я взяла в размере S? Потому что эта модель вообще идет такая, типа, знаете, оверсайз. Ну, большой такой, да? Как это сказать? Ну, когда смотрится свободно. Я так не хотела. И, в общем, у меня получилось не оверсайз, а вот так вот. А я такая крутая. На-на-на-на-на-на. В общем, я так довольна. Она такая крутая. Она такая клевая. Не помню, сколько стоила, но вообще не очень дорого. Я люблю джинсовые вещи.
Видите? А, карман это обманки. Смотрите, как смешно. Как тетюли. Так, ладно. В общем, как вам мой заказ? Я довольна. Как слон. Сейчас я вам сделаю небольшую примерочку. Ну так, покажу, как это на мне смотрится. Мне очень нравится. Вот действительно очень нравится, потому что это очень клево. Конечно, насчет вот этой кофты с воланными рукавами у всех, ну, знаете, мнения разные, кому-то это может понравиться, кому-то это, конечно же, может не понравиться, все мы, еще раз повторюсь, люди разные, но в любом случае мне нравится. И вот довольна тем, что вот эти два свитерочка действительно универсальные, которые можно компоновать с теми или с другими нарядами. И вот этот розовый свитер, он вроде бы такой и простой, с одной стороны, да, вот я про этот говорю, да, и вроде бы, знаете, и такой нарядный, вроде бы, и можно куда-то выйти в нем, и можно и не выйти, можно просто носить, ну, вы меня, в общем, поняли. На этом я буду заканчивать свое видео, кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео, кому не понравилось, ставьте дизлайки, не забывайте, что внизу под видео в инфобоксе я оставляю для вас промокод на скидку 10%, так что проходите, смотрите, заказывайте, много очень платьев красивых, кстати, на Shein, потому что скоро Новый год же, и очень смешные цены, поэтому всем советую. Ну, а я довольна как слон. Все, на этом все, мои хорошие, я иду готовить для вас новое видео, новый обзор, новые покупки, новые болталки и многое другое. Всем пока-пока и до новых встреч, а вас ждет примерка. Пока, ребята!